Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно о цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні наша зустріч доволі незвична. Сьогодні до нас завітали люди, які заявляють філософію китайської культури. У нас у гостях зустрічайте, будь ласка, волонтера та викладача китайської мови Фан Жизіу, студента Національного університету кораблебудування Джана Фучена, а також викладача Національного університету кораблебудування В'ячеслава Рогова. Я вас вітаю, дякую, що сьогодні ви з нами. Доброго дня! Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав, изначально давайте с вами мы поговорим, кто сегодня у нас в гостях. Почему именно с этими людьми вы пришли к нам в гости? Госпожа Фан Джи преподает китайский на общественных началах. У нее очень интересные занятия. Занятия бесплатные для студентов Национального университета кораблестроения. Для людей, которые не учатся в Национальном университете кораблестроения, также можно заниматься китайским достаточно дешево. И поскольку китайский язык набирает популярность, мы считаем, что это очень перспективно. Понятно. А парень? Парень очень дружелюбный. Всегда можно спросить о том, что непонятно при изучении китайского языка. Также мы помогаем ему изучать русский и немного украинский. Итак, сегодня гости у нас слабо владеют русским языком, поэтому мы будем общаться, и я так думаю, что сегодня, дорогие зрители, у вас есть возможность, знаете, как бы немножечко увидеть суть философии и ознакомления с нашей культурой, людьми, которые впервые приезжают, скажем, на наши земли и делают первые шаги, поэтому где-то не обессудьте, потому что люди владеют языком плохо. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Как вас зовут? Как я могу к вам обращаться? Да. Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Фан Жиу. У меня русское имя. Это Наташа. Так. Очень приятно с вами познакомиться. Хорошо. Наташа, как получилось так, что вы приехали к нам на Украину? Я... В качестве вот это преподаватель китайского языка. Зачем? Потому что у меня специальность это русского языка и литературы. И поэтому у меня мечта такая сюда приехать. Да. То есть у себя в Китае вы закончили учебное заведение, получили профессию преподавателя русского языка и литературы, да? Да. Когда впервые вы приехали на Украину? В каком году это случилось? Это в 2015 году. Да. До этого вы не были в месте, где вот говорят на русском языке большей частью? То есть с Китая вы приехали вот на наши земли впервые? Да, конечно. Да. Да. Скажите, пожалуйста, Наташа, а что вам прежде всего вот бросилось в глаза? На что вы обратили внимание, когда вы приехали в Украину и к нам в город, Николаев? Чем заинтересовало вас, вот, когда впервые на поезде, как вы приехали? Да, впечатление, да? Да. Это прекрасное, потому что вот это у нас в Николаеве вот чистый воздух, чистая река, вот это небо такая синее. То есть природа наша, да, вас? Да. И даже у нас николаевцы очень добрые. Мне очень нравится. Очень хорошо, что вы говорите, что у нас. Действительно, у нас край очень многонациональный, и каждый находит что-то интересное для себя и место для реализации каких-то своих внутренних качеств, потребностей, желаний. В данном случае у вас идет обучение. Давайте с вами познакомимся. Скажите, пожалуйста, как к вам можно обращаться? Меня зовут Джан Фучен. Так.
Я приехал из Китая в Николаев три месяца назад. Три месяца всего, совершенно мало. И сегодня вы вот так вот разговариваете более-менее понятно на русском языке. Вы изучали язык раньше? Почти понимаю. Понимаете, то есть была уже база языковая какая-то, да? Да. Что вам бросилось в глаза, вот когда вы сюда к нам приехали, на что вы обратили внимание? На нашу природу, на людей, на дело, которым вы будете заниматься? С чем прежде всего вы познакомились, когда вы сюда приехали? С дружелюбными студентами, с чистая природа. Чем Николаев не такой, как Китай, скажем там, чем Украина не такая, как Китай? Чем наш город отличается от того места, где вы жили? В Николаеве я знаком новых друзей. Нашли новых друзей, да? Да. Хорошо. Наташа, расскажите, пожалуйста, откуда вы родом? Расскажите, какие семьи у вас, какие традиции семейные, чем особенно китайская культура, если мы говорим о традициях, знаете, такого широкого масштаба? У меня семья – это небольшая. Это просто дедушка, мой муж и моя дочь, я. Ага. Но если встретимся праздник, но другие родные обязательно к нам, ага, чтобы вместе празднуем. С семьей. Да, с семьей. Например, вы приехали сюда одна или ваш, например, муж, дочь с вами? Да. Вы здесь дочь одна? Приехала? Дочь, да, да, дочь приехала. Ага. То есть вам не одиноко здесь? Да, конечно. Есть родные люди, да? Да, да. Наташ, скажите, пожалуйста, вот если говорить о воспитании, вот у вас уже есть ребенок, дочь, да, доченька, какие самые главные моменты вот срабатывают, когда воспитывается ребенок по китайским традициям? Какие правила отношения к взрослым людям? Какие правила общения в семье у вас? Потому что это то, что сформирует, собственно говоря, культуру любой нации. Вот это у нас в Китае, вот это родители сделают так. Когда мальчик или девочка маленькие, то мы сначала вот это выучите их вот это. Образование, да, образование, да. Например, вот это стихи, ага, или английский язык, или гимнастика, или танцы, танцевать. Спорт? Да, спорт, да. Да. Какое отношение к взрослым людям? Вот, например, когда собирается вся семья, какое внимание уделяется старшему поколению? Да. У нас в Китае принято так, обязательно очень вежливо относятся к старым, потому что это наша традиция. Например, во время праздника весны, накануне точно, внучка обязательно вот это кхэтоу, поздравляю дедушку, поздравляю бабушку, а потом вот этот внук обязательно наклоняется на пол. Ага. Вы видите, на самом деле у нас тоже это существует, да, с колядками, щедривками. Наши детки ходят к бабушкам, к дедушкам, и насколько вот, казалось бы, совершенно разные культуры, а насколько какое-то созвучие можно все-таки проследить и уловить самые главные моменты, постулаты, это уважение к близким своим, внимание к людям старшего возраста, ну и, конечно же, самое главное – воспитание в правильных традициях. Шановні друзі, саме зараз я хочу звернутися до вас з тим, що ми наступні 2-3 хвилини помандруємо з вами країною Далекого Сходу, країною прекрасних східних традицій, країною таємничого Китаю. Давайте подивимося.
кожна нація, кожна культура, вона неповторна по-своєму. І як добре, що сьогодні ми маємо можливість знайомитися з людьми, які безпосередньо є носіями цієї культури далекого Китаю, можливо, непізнаного нами Китаю, можливо, трохи загадкового, тому що багато цікавих сторінок, ви бачите, ось лише у цій фотозамальовці, наскільки цікаві і по-особливому глибокі сторінки культури даного народу. Наташа, я хочу обратиться к вам. Вот как вы считаете, если сегодня человек хотел бы познакомиться больше с культурой китайского народа, с чего лучше начать? Это касается культурной, да? По-моему, вот это... Каллиграфия. То есть, прежде всего, мы говорим о письменной культуре, да? Угу, то есть, надо знать грамматику, или это не важно? Может быть, чего-то другого? Да. Если вы хотите знать Китай, конечно, сначала вот это понимаете китайский язык, потому что язык – это средство для общения. Да, да, да. Общения. По-моему, вот это китайский язык, это несложный. Несложный? Да, ой. Например, говорите по-китайски, это несложно. Может быть, я так считаю, что сложно, это может быть иероглиф. Иероглифы, понимание иероглифа, система иероглифической. Хорошо, а если мы приезжаем в Китай уже, мы у вас в стране, с чего лучше начать? Знакомство с китайской культурой. Какие места лучше посетить? Выдающиеся достопримечательности, исторические памятники, может быть, какие-то? Я советую вас смотреть, пожалуйста, достопримечательности. Например, в Пекине это Древний дворец. Да. Ага. И у нас еще другой город, это Сиань. Большой город, да? Да, тоже большой. Находится Сиань, это на западе Китая. Ага. Китайская стена, это же большая достопримечательность. Да, там есть. Да, да, да. И Пингмайюн. Чиншихуан, Пингмайюн. Вот это только что вот программа уже показывала. Что это такое? Вот это Чиншихуан, вот это солдаты. А, это поле, это море, да? Это же море, которое оставило вот следы, там, где просто армия закостеневшая, вот такая вот, это скульптуры такой вот армии. Это одно на самом деле из великих чудес мира, мировой культуры. Расскажите, пожалуйста, откуда вы родом, откуда вы приехали в Николаев, а в городе, в котором вы жили? Я приехал из Аньхой. Так, это далеко от Пекина, например, если от столицы брать? Это далеко. Далеко? Да. Аньхой – это провинция в Китае. Понятно. Как получилось, что вы приехали сюда? По линии образования, получать образование. Как получилось так, что вы приехали в Украину? Это вы закончили определенный вуз какой-то? В Китае вы учились до Национального университета кораблестроения. Какие? Наташа, помогите, пожалуйста. Как, вот, как происходит взаимосвязь с студентами? Как вы сюда приезжаете к нам в наши вузы? По системе образования? Или это по желанию, например, каждый студент? Вот парень, например, из провинции, у него есть возможность сегодня получать образование в другой стране. 就是让你谈一谈，就是你以前在国内学没学不出来，然后你来这儿是有些哪些想法和打算。 Расскажите вы, Наташа, как это происходит? Расскажите. В Китае я учусь в внутренней Монголии. Университет. Так, внутренний университет. То есть вы там уже получили образование, вы закончили этот университет, или как происходит, или это практика у вас, обмен студентами? Первый курс.
А, то есть вы совершенно новичок, да? Вячеслав, расскажите, пожалуйста, как получается так, что вот студенты приезжают к вам, что это за программа срабатывает здесь у нас, на Украине, по обмену студентами, и какая цель, подготовка, в каких направлениях студентов, вот из Китая, например, как давно это все происходит на базе Национального университета кораблестроения? Несколько лет назад открылась программа по обмену между украинскими и китайскими студентами, и каждый украинский студент имеет возможность отправиться в Китай, получить образование, пройти практику на китайских предприятиях. Кораблестроительных, да? Да. И это достаточно дешево, дешевле по сравнению с практикой в других странах, с обучением в других странах. Как давно существует такая традиция у нас, и насколько это интересно, например, нашим студентам? Хотя эта практика открылась не так давно, но уже достаточное количество студентов отправилось в Китай. Уже одна студентка проходит практику на китайском предприятии AliExpress и собирается остаться. Там некоторые возвращаются в Украину, уже приобретя международный опыт. Интересно, конечно же. Насколько вам интересно, как преподавателю, работать с иностранными студентами вообще? Потому что языковая проблема, она все-таки существует. Сегодня мы говорим о, знаете, таких жизненных ценностях, потому что это то, что формирует основу морали любого общества, любой нации. А у вас очень специальная, специфическая сфера. Идет профессиональная лексика, профессиональная терминология. Как, на каком уровне это срабатывает? Работают переводчики? Или сначала идет изучение языка, а потом уже профессиональной какой-то сферы? Мне всегда интересно работать с иностранными студентами. Мы общаемся на разных языках, на русском, на английском, иногда на китайском. И очень интересно узнать от носителей языка, от носителей культуры, о их традициях, улучшить знания иностранных языков и также помочь им адаптироваться в нашей стране и предоставить им определенный опыт и знания. Это, конечно, очень хорошо и очень важно, что вы молодой преподаватель, и вы настолько, ну, как бы прогрессивно настроены на какие-то вот такие созидательные моменты прежде всего. Скажите, вот если, например, сравнить китайскую молодежь с украинской, в чем разница, в чем специфика? Или, в принципе, молодежь, она и есть молодежь? Вы, в принципе, тоже молодой человек, у вас есть возможность проанализировать какие-то общие темы, знаете, в таком неформальном общении. Я не могу сказать, что все студенты одинаковые из той или другой страны, но иностранные студенты обычно стремятся к знаниям, не пропускают занятия без уважительной причины. Ну, это вы уже как преподаватель говорите. А давайте говорить как молодой парень. Насколько они легки в общении? Что их интересует? Какие темы им интересны, например, настолько специфические, что для Украины это, ну, не важно? Или это такая, знаете, узкая тема, которая характерна как бы для их культуры? Обычно это какие места в Украине лучше всего посетить, где они уже были и с чего легче всего начать знакомство с нашим университетом, для того, чтобы и с нашим городом, для того, чтобы процесс обучения и жизни был как можно легче и приносил больше удовольствия. Понятно. Есть ли первый выпуск уже китайских студентов Национального университета кораблестроения? И прослеживаете ли их дальнейшую судьбу? Как они устраиваются? Где они работают, как правило, там у себя в Китае? Безусловно, пока большинство возвращаются в Китай и устраиваются некоторые на предприятиях судостроения. При этом они получили уже опыт в нашем международном университете. Но я надеюсь, что в будущем времени все большее количество студентов будет оставаться у нас. И мы сможем предоставить им не только хорошую
престижную работу, но и условия для дальнейшего карьерного и личного роста. Ну и финансовые, конечно же, да, какие-то очень благоприятные условия. То есть создается будущее кораблестроения такого международного уже масштаба, да? И хочется, конечно же, чтобы центром кораблестроения оставался все-таки наш славный Николаев. Скажите, пожалуйста, Наташа, где вы побывали уже в Украине? В Николаеве какие места интересны для вас? Кроме Николаева, я еще бывала, была вот это в городе Одесса. Одесса, конечно. В Киеве, конечно. Чем удивил вас Киев? Киев – это сердце Украины, это столица. Да, вы правы. Да, и мне тоже нравится Киев. В особенности это собор. Например, вот это Софиевский собор. Да, Софиевский. И Андрей. Андреевский спуск. Да, очень красивый. Это, конечно же, достопримечательности нашего Киева. Mm-hmm. Каждое место в Киеве – это отдельная страница, очень глубокая по истории своей, по своим тоже традициям. Mm-hmm. Но это уже наша культура. Совершенно недавно, 7 февраля, по восточному стилю, вот, например, по китайскому календарю, встретили Новый год. Сегодня у нас в студии атрибутика Нового года. Наташа, скажите, пожалуйста, почему именно 7 февраля встречают китайцы Новый год? 7 февраля в Китае это называется это праздник весны. То есть это китайский Новый год. Значит, у нас в Китае 2 Нового года. 2 все-таки, да? Да. А первый какой? Первый – это 1 января. Все, в общем, с нами вместе встретили уже, да? Да. В Китае есть 2 календаря. Так. Обычно наш праздник по лунному календарю. То есть 7 февраля это по лунному календарю, да? Да. Так, это встреча весны. Да. Можно так сказать. Вот эта символика, которая представлена, что она обозначает? Вот по центру, вот этот вот символ. Такой что? Прекрасный символ. Да. Прекрасный. Угу. Что он обозначает? Это называется чунготи. Угу. Это украшение для дома, для какого-то определенного места. Куда его лучше приспособить? Висится на стене. Да. То есть это интерьерное украшение. Что оно обозначает? Что оно символизирует, это украшение? Это символ чего, Наташа? Ага, это символ Китая. Просто символ Китая, да? Что-то несет, там, например, радость, счастье, знаете, как правило, потому что цветовая гамма здесь такая определенная, красная. Красная символ радости и успех. И любви, наверное, да? Да. Так, понятно. Скажите, пожалуйста, вот мы украшаем елку, а что украшают китайцы? Есть ли какое-то растение, которое символизирует Новый год? Растение? У нас елка, мы украшаем елку. А в Китае? Дерево. Елка. Так, это мы украшаем елку. А что в Китае украшается? В Китае нет елок. Понятно, что нет елок. А что вы украшаете на Новый год? Ага. Есть какой-то символ? Вот это и есть, да? Да. Понятно. Вот эта символика Нового года, она, знаете, привносит в наше жилище, в жилище китайцев, каждый иероглиф, он что-то несет в себе. Расскажите, пожалуйста, если прочитать символику вот этого знака, что здесь, какие символы чего? Ага. Вот это сначала... Говорите, да, пожалуйста. Да. Это... Так, это символ чего? Это пин ан ру и ян син чун. Так, а потом... Расшифруйте, пожалуйста, что это значит. А это фу гуй ги сян джие хон фу. Так, что это значит? Ага, вот это
Пинан – это значит спокойство. А потом жуи – это удовлетворение. Мира. Мир. Да. Добра. Счастье. Да, да, да. А потом «Инь-синь-чун» значит «Встретимся в этот Новый год». Встретим Новый год. Ну что ж, дорогие друзья, вот такими вот словами я хочу поприветствовать вас всех и поблагодарить вас, дорогие гости, что вы у нас были. Мира, добра, удачи, благополучия и любви всем вам, вашим семьям. Обязательно передавайте приветы, что вы были на Николаевском телевидении, и что мы рады тому, что вы приносите в наше мирное сосуществование на юге вот такие вот главные слова нашей жизни. Мира, удачи, радости. До встречи. Да, спасибо вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Всього вам найкращого і залишайтеся надалі на нашій затишній хвилі. До зустрічі в ефірі.